31 мая Казанский университет посетили директор российского представительства «Русанфарма» и директор научно-исследовательского института общественного здоровья имени Николая Семашко. На встрече с ректором Казанского университета представители фармацевтической индустрии сделали акцент на разрешении государственной службы по лекарственным средствам Великобритании и комиссии по контролю за оборотом лекарственных средств Южноафриканской республики, утвержденной Всемирной организацией здравоохранения. Делегаты рассмотрели детали возможности открытия нового подразделения по производству фармацевтических средств в России, рассматривая Казанский федеральный университет как из возможных потенциальных вариантов. 100-150 субстанций, технология его имени, в том или ином, где выгодно его производить, ну, там основа технологии, которой можно сотрудничать с другими странами, заводами. Планируется, что на базе Казанского федерального откроется новый научно-исследовательский центр, где в тестовом режиме будут выпускаться лекарственные формы для контрактного производства. Ильшат Гафуров выступил с инициативой определить степени между работой университета и производственной деятельностью. Потому что мы бы хотели, чтобы вы, во-первых, нашли возможность проехали, посмотрели. Все-таки тезис российский. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Никто не отменял. Вплоть до того, вот, территории опытного производства нашего на территории Татхимфарм препаратов. Также глава вуза обозначил, что Казанский федеральный готов к новому плодотворному сотрудничеству. И теперь зарубежным коллегам предстоит посетить ведущие лаборатории вуза и определить для себя новые перспективы совместной работы со старейшим вузом России. Аделя Шемилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.